Всем привет, с вами Зяблик, и мы продолжаем играть в Бастион, и мы остановились на том, что пойдем сейчас... Пойдем сейчас на следующую миссию. Skyway. Now the kid can ride the wind in the distant land. И досадно, вот эти вот... Раньше первую серию я снимал на ноутбуке, сейчас я снимаю с компьютера, и... У меня такое разрешение экрана, что вот такие вот черные хрени, их не убрать, так что придется их терпеть, мне самому не шибко нравится, но что ж поделать. Такое вот разрешение экрана. Игра, скорее всего, рассчитана под расширенным старенький квадратик. Так, что же у нас тут? В общем, нужно будет пойти в разные стороны и... Сейчас пойдем сюда. Зря сюда пошел, мне кажется. Или туда пойдем, туда, да. He heads for the squirt steps. Won't be no fear. О, да, вот катана. Отлично, катана. Сейчас мы их тут поснимаем. Просто мастер. Снайпер. О, да, вот катану я буду качать просто. Катана мне нравится. Ее еще можно кидать. Я, кстати, не так давно узнал, что ее можно кидать. Просто зажимаете левую мышь и кидаете. И она еще, кстати, если там определенное зелье поставить, она будет наносить урон. Или прокачать. Да, вроде бы, если прокачать, она будет наносить урон. Типа отравления. Она будет сразу же тоже прокачать. Они даже не успели появиться. Так, это довольно тупой скилл. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Теперь туда пойдем. И опять появляются. Тут большие меня доедают. Они довольно тупые. Мне так не сносит, но... Не особо. Ух! Это еще хуже. Да блин. Somehow that old forge is still standing. Отлично. А без щита, вот, когда я первый раз играл, я что-то забывал постоянно про щит и постоянно там упаживался. Нет, нам вообще не нравится. Ну, лично мне, я просто уже более-менее знаю, что тут делать, так что я не буду. Так, а что я сюда пришел? Вот в это ответвление точно. Чувак! Пока. Never much cared for that big wide grin of his. А теперь куда? Все, что он отсюда. Keeps telling himself he better watch his step. Отсюда не свалит. Да, вроде не свалит. Да, все, ничего нет. Да блин. Дерево. Давай, покажи, на что ты способен. Давай, бей. Бей. Хова. Довольно легко поначалу. Кстати, еще есть одна особенность, если зажать shift, то он будет сам выцелить, потом стреляете. И с зажатым shift'ом вам будет удобнее стрелять точно. Давай стреляй. Теперь я в тебя. Отлично. Так, это что у нас? Капюшончик. Прям как в доте. Kids wondering the same thing. Странное сравнение. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. A blustery old foreman's keeping his fellas in check. Ё-моё, чё так много, да? Да ёшкин кот. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. Так. Давай бьём его! Давай, 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 давай. Отлично. Ух ты, они сдались. Послушай.
В общем, вы призываете вот эту вот фигнюшечку, и она вам помогает. Просто дамажит, всё, больше ничего не можно. Кстати, если вовремя заблокировать щитом, то можно нанести урон. Так, теперь что у нас тут? Ну, где я больше всех ненавижу, они пускают из себя, так сказать, слизь, что ли? Ну да, как это можно назвать слизь. The oldest scumbag of them all. Еще хуже. Гершел. The calamity ain't done much. Знаешь, помогай, ты. Зачем я тебя просто когда уж приручал? Да ёпта. Сейчас как-то не прёт пока что, играем вот так. Одно улучшение. Тут опять тупик. The rest of the path is gone for good, and his city crest won't bring it back. Да, печально. Чё это такое? Я всё-таки упал. Так, всё, на бастион обратно вернёмся. Сейчас мы опять у детка будем спрашивать. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack, the monument's calling for it. Дедок, расскажи нам про этот худ. Ух ты, няша. Пойдем с ним поговорим. Не разговорчивый. Как ожидалось. Так, что ж теперь мы построим? Я думаю, арсенал надо ставить. А, не, лучше крафтильню. And we can start блин, right here. Реально было арсенал поставить. Ну ладно. Picked up traces of other cores while the kid was out. Так. Куда бы сходить-то? Я не очень люблю вот эти вот побочные миссии выполнять. Они мне очень нравятся. Так. Сюда. А, ну, там. Вот сюда пойдем. Тут будет поинтересней. Secret skills, secret. Почему они In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on the squirt. The melting pot. Случайно не босс будет? Of all the plants to survive the calamity, it had to be stab weeds. Blasted things hurt like a broken heart. Ого, это улучшалка для этой, кажется. Для моего... Ой. Вроде бы это улучшало. If there's a core, he figures it ought to be deeper down. Это то, что им построится. Нифига. He cuts down every stab weed like there's gonna be a prize for it. Босс файтинг. Причем не один из приятных. Core stuck inside one of those fancy cages. Пускай для начала. Колючки сразу же мешаться. Some of the stuff lying around is downright dangerous. Мины, мины это куда не понадобится. Потому что придется убегать, как резать. No breaking a cage like that, but the kid tries anyway. Gotta find a way to spring it open. Давай, давай, режем, режем. Убиваем. Режем, режь, убивай. Ну как-то так. Так уж активируй. It throws a switch. И... Now what could possibly go wrong? Ничего. Quite a bit, as it turns out. Денежки. Я тоже сначала подумал, вау, денежки, сейчас уберу, все круто. А потом... А потом... Начали падать коробки, и из них появляться монстры. Но это еще фигня. Во, еще я контратаковал. Я мину поставил, я думал, у меня животное. О, у меня тоже есть подручные.
Прям под удар лезу, ну, щитмен. Scumbags don't take kindly to interlopers. О, отлично взорвалась, прям профессионально, что ли. Это легко довольно. Что-то ты в первый раз, когда я проходил, я тут огреб немножечко. Ну как немножечко? Не немножечко, а нифига огреб. At this rate, maybe 5 more minutes, maybe 30. Hard to tell. А, вспомни, вот. Squirts get real territorial around the core. Мне кажется, мне раньше вот этих вот гигантских зеленых за меня не было. Они сдохли. It ain't all bad. As a kid finds some spices from the motherland. Яблочко. Tax-free. One thing's for sure, that cage is awful heavy. Ух ты ж, бой. Там еще какие мертвые есть. Ааа, сваливаю. Отогнемёт. Отлично. Маньяк какой-то. Ну вот это вот, мне нравится катана, она быстро. Да стой ты. A few moments left, and the core goes free. 10, 9, 8, 7. You give or take a few seconds. Finally. Force within reach. And done. He's got it. Just gotta get to the nearest barge. Я взял первую свалку. Поехали. Все свалили. Благополучно. Ну а по-другому нельзя. Монумент. Монумент. I still remember the look on his face after that one. Стилер, look on. Он стилер. Давай, вставай, вставай, вставай. Серьезно, если пройти назад, что-то никак даже не. А, тут даже назад нельзя пройти. Печально. Так, теперь мы построим арсенал. Так, 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 так. Арсенал. Отлично. The bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. А тут и я хочу. Чё, а мне пока этого скилла нету. Ну окей, пускай пока вот этот будет. The repeater and machete, favorite choices of the Ura hunters we once fought. Блин, одна фигня. Хотя можно вот это улучшить. Можно и покопить, можно улучшить. Лучше пока покоплю. Так, folks voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. Наркотики. It was good living here for a while. Так, давайте еще одну миссию пройдем, блин, и потом на этом закончим. Красно, одну миссию. Так, теперь у нас побочка с катаной появилась. Это бастион. Полетели. Арт неплохой, но так сама отрисовка игры, рисовка, графика и. Couples used to walk the sun down. Довольно приятно. Почему не в сено? Нет, он об землю упал. Куда, куда, надо об землю. Так, что-то мне напоминает. But then, хоть бы это somebody gets to the core before the kid. Грустно, печально. А, бежать. Floor starts giving way under the lightest step. A single panic squirt can bring the whole place down. Fragments of the old world rain in the sky. Stray valuables are lying everywhere. Security is all fired up. Чё, fuck? Fuck that shit, nah. Ё-моё. Fuck.
Все отлично, всех разместил и убежал. See, the path was intended for leisurely strolling and such. Sky bridges link the path together. One of the bridges whips the kid along. Я не вижу, чтобы это был мост. Finds a spyglass. Мне кажется, что это такое прям ощущение, что я что-то сзади. Air travel always was an iffy proposition. Это не улыбка. Точнее, это не просто стали, это улыбка. Ё-моё. Надо реально налететь на себя. The calamity changed everything. Вова. Even where the wind blows. Yo. To the winds in the old days, we can do it again. But the question is, that's thankful. Who else could have taken the core? Жижа достала уже меня. Хватит ты! Гигантская испаряющая жижа, фигня! Это жижа, что не звать ее слизь, вот, более того, находящая на мать. Ух ты, я чуть не умер. Но меня так просто не взять. Это звучало так, как будто из какого-то фильма, да? No, they used to ship live munitions. О, да, улучшал бы. Нет, это скилл. А, граната, отлично, тоже хороший скилл. Но я почему-то им не пользуюсь. Я вот как только сразу. Боже мой. Буду бы делать без гранаты. Огрёб. Так, отлично, чё, конец миссии уже. Потому что, ну, туда попасть. Плюшка лежит. Ух ты ж, чуть не упал вниз. Это опасно так тут прыгать. Окей. Быстро, налегке. Kid keeps coming back to вот an overwhelming question. Who else could have survived the calamity? Так это вроде бы прошлое. Как бы. R, ну это оружие, чтобы перезаряжать. Можно перезаряжаться. Удобно совсем. Так. Где дедок? Дедок уже себе палатку разбил, красавчик. Хорошо, наверное, надоело уже. Стоять и ждать меня, пока я там бегаю. Я не могу. Окей. Нас гранаты пока похожи. Так, ну что ж, давайте на этом и закончим. Да, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и хорошего настроения.